Законопроект о северном заводе, который инициировал вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании Президиума Совета законодателей в декабре прошлого года, будет внесен в Госдуму. Об этом сообщил министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе международного форума «Арктика. Настоящее будущее». Согласно законопроекту, новая схема северного завоза разделит все грузы на три категории, чтобы обеспечить приоритет в обслуживании в морских портах. Также появится цифровая идентификация товаров для ускорения процесса доставки и разгрузки. Будет введена и федеральная система мониторинга северного завоза. В нее станут поступать все сведения, имеющие отношение к процессу. Документ фактически получился очень выверенным, взвешенным. И очень важно, что он возлагает конкретную ответственность. И очень важно, что министерство предлагает еще и информационный ресурс, фактически в режиме онлайн контроля за системой доставки грузов, а значит за системой обеспечения качества жизни. Законопроект предполагает новые федеральные меры поддержки. Так, северным регионам будут выделены специальные кредиты для закупки грузов. Предусмотрена и субсидия для покрытия транспортировки. Отвечать за доставку приоритетных грузов в рамках северного завоза будет единый морской оператор. Лесана Латыпова, информационное агентство «Камчатка».